В селе Ириб Чародинского района состоялось торжественное открытие мини-футбольного поля с искусственным покрытием. По этому случаю был организован турнир среди команд сельских поселений района. Событие стало настоящим праздником для жителей села. Поле установлено в рамках федеральной программы развития футбола. Идейным вдохновителем создания в селе мини-футбольного поля выступил его уроженец Сулейман Сулейманов. В мероприятии приняли участие представители администрации села и района, духовенства, а также именитые спортсмены, в том числе самый титулованный уроженец Ириба, чемпион мира и пятикратный чемпион Европы по вольной борьбе Курамагомед Курамагомедов. На самом деле, этот футбольное поле давно ждали. Я помню, как я сам играл 30 лет, 40 лет назад. Мы когда были еще молодыми ребятами, играли здесь каждый день. И до сих пор сегодня нашим селе очень любят спорт, любят футбол. Мы все возможное сделаем, чтобы дети дальше тренировались, чтобы здесь она послужилась долго, и чтобы с этого села, с этого района вышли надежные, настоящие патриоты своего села и своей родины, и настоящие чемпионы. Выступавшие на открытии отметили значимость нового футбольного поля для села, выразили благодарность Министерству по физической культуре и спорту Дагестана за включение поля для села в федеральную программу.